Я хотел бы сказать, что мы постарались объективно, непредвзято обсудить те программы, которые, я думаю, плавно потом перетекут. Вот правильно сказала уважаемая Зульфия Мараш, что каждый выбор – это подготовка к следующим выборам. Да, очередные выборы – это подготовка к следующим выборам. И я думаю, то, что мы сегодня проанализировали, пусть на уровне городского кинеша, я думаю, что в любом случае та информация, которая будет в СМИ, она все-таки даст избирателю, станет определенным ориентиром, все-таки за что голосовать. Да? Ну, хочется, чтобы все-таки люди голосовали, вот были примеры, да, приведены, не из-за тысячи сомов, которые по WhatsApp, так сказать, упадут в электронный кошелек через, значит, через нашу мобильную сеть, а все-таки хочется, чтобы мы голосовали сердцем, умом, чтобы действительно был не только умный город, но была умная страна. И умные партии, да. Значит, спасибо огромное. Сегодняшнее мероприятие будет у нас выложено на сайте ПИКИР. И я еще раз хочу сказать, что мы вас ждем 5 декабря в 11 часов, у кого будет время послушать о той ситуации, которая произошла в Армении, о попытке там раскачать очередной Майдан. Эти все вещи тоже близкие для нас, поэтому приходите, пожалуйста, в 11 часов. Собираемся здесь 5 декабря.